Крестьянская. Сегодня я приехала в магазин IKEA и приглашаю вас гулять вместе со мной по этому прекрасному магазину. Я приехала выбрать себе полку. Может, еще что-то интересное мы с вами посмотрим. Да и вообще посмотрим, что предлагает этот магазин. Смотрите, какая прихожая. Что хорошо в этом магазине, все можно посмотреть и представить, как будет это у вас в интерьере. А вот так можно у себя на балконе сделать. Смотрите, как красиво. А, люблю гулять, где кухня. Всегда можно что-то подсмотреть для интерьера на кухне. Ну и давайте посмотрим, что я купила в этот раз в IKEA. Вот такие вот у меня подставочки под горячее. Но, в принципе, это я просто купила для декора. Купила я две штуки с противоположных сторон. Просто для декора будут лежать. Ну и, конечно, на них все равно буду кушать. Мне они очень понравились. Вот такой столовый набор я купила. Вот такую тарелку для супа и тарелка под второе. Купила для фотографий и чтобы на видео показывать, потому что в белом очень хорошо всегда смотрится еда. Что у меня? Вот у меня не было такого вот молотка для мяса. Я планирую показывать отбивные и вот специально покупала такой, очень, кстати, хороший, он такой тяжелый. И надеюсь, что с помощью него буду хорошие отбивные делать. Купила коврик. Мне нужно заменить под раковиной коврик. Служит он довольно-таки долго. Где-то раз в год я меняю эти коврики. Ну, вот такой наборчик. Это для кухни. Для ванны я купила новый коврик. Вот такой. В этот раз купила серого цвета. Ну, считаю, тут все равно же есть такие вот серебристые элементы, да, и серый цвет подойдет. У меня здесь был с резиновой основой коврик, я его решила заменить, потому что его невозможно стирать. А вот эти коврики, они тут немножко тоже как бы прорезиненные чуть-чуть, они очень хорошо стираются. Так что вот такие коврики я рекомендую. Коврики очень мягкие, хорошо стираются, что очень-очень хорошо и удобно. Но еще купила я себе полку, пока она вот в таком виде у меня тут на полу лежит. Как я ее соберу, так вам покажу обязательно. Ну а пока покажу вам полку на сайте IKEA. Вот она такая у меня будет. Вот такая полочка у меня будет теперь на кухне.
Ну, а на этом пока все. Как только соберу полку, обязательно сниму, покажу, как она будет выглядеть на кухне и для чего и как я ее приспособила.